Работники «Газпромнефть» Ноябрьск-Нефтегаза провели субботник на берегу реки Пикапур. Очистить популярное место рыбалки и отдыха от накопившегося мусора предложил один из сотрудников, и в коллективе инициативу поддержали многие. Берега Пикапура – излюбленное место отдыха муравленковцев и ноябрян. Любители рыбалки и активного отдыха часто проводят здесь выходные, наслаждаясь ямальскими красотами. Но, к сожалению, многие отдыхающие не спешат забирать свой мусор с собой. Очень много, очень много. Вот тут прям целая свалка неорганизованная. Кошмар. Что мы оставим своим детям потом и внукам? Такой мусор, конечно. Даниил Ганиев часто ездит рыбачить на Пикапур и заметил, что на берегу реки накопилось много мусора. Чтобы не допустить экологической катастрофы, на помощь в очистке территории решил позвать коллег. Сюда мы с друзьями ездим на рыбалку, постоянно рыбачить. И всегда лежит мусор. Заметили, что мусор, большие скопления. Какую-то часть мусора собирали, с собой вывозили на легковом автомобиле, но много не вывезешь. Поэтому возникла идея у меня, что надо больше народу привлечь. Обратился в нашу организацию с просьбой выделить транспорт, автобус организовать. На инициативу Даниила расчистить берег от гор мусора откликнулись коллеги из Муравленко и Ноябрьска. Просто мы здесь отдыхаем всегда. Это наше любимое место, где мы проводим время с семьей, с близкими друзьями, с коллегами. Почему бы не убраться? Ну, если они не могут убраться, уберемся мы. Это в первую очередь наша природа, место, где мы живем. Оно должно быть чистое. И хотелось бы видеть чистую природу. Поэтому мы здесь и убираем, собираем мусор. В результате за 2 часа активной работы сотрудники «Газпромнефть Ноябрьска-Нефтегаза» собрали и вывезли более 100 мешков с мусором. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94... Кроме пластиковых бутылок, мусорных мешков и пищевых отходов, отдыхающие оставляют на берегах реки каркасы от тележек, мангалы, сломанные самокаты и даже резиновые сапоги. Грязи очень много на самом деле. Хочется всех призывать, чтобы убирали за собой мусор, вывозили в город, выбрасывали в контейнеры, потому что все мы понимаем, все мы взрослые люди, что этот мусор, пластик, он не перерабатывается и будет лежать вечно здесь. Ответственное отношение к окружающей среде и защита экологии – главные приоритеты Ноябрьска-Нефтегаза. Нефтяники приглашают всех неравнодушных присоединиться к экологической акции. Убирайте за собой мусор! Юлия Лучникова, Дарья Тюменцева, Антон Иванов. Новости Муравленко.